Здравствуйте, Подмарева Анастасия, руководитель питомника «Точка роста», декоративное растение, глава крестьянского фермерского хозяйства. Также у меня есть оптовая розничная продажа декоративных растений, поставка из-за рубежа. Получила много ценной информации, хочу реанимировать свой бизнес, начать все снова с активных продаж. Выстроить отдел продаж, разделить бизнес-процессы по производству, продажи для бизнеса, продажи конечным потребителям. Получила колоссальную информацию, руководство к действию, было все очень ценно. Будем работать.